Губкинская госавтоинспекция предупреждает об ограничении движения по улицам города. 7 мая с 14 до 17 часов в связи с репетицией парада будет перекрыто движение по проспекту Мира от улицы Парковой до проспекта Губкина, включая выезды из больничного городка и 7 микрорайона, а также по улице Калинина от улицы Нефтяников до проспекта Мира. В связи с проведением массовых мероприятий дороги будут перекрыты и 9 мая. Движение будет ограничено на улицах: улица Набережная, проспект Мира, улица Калинина, проспект Мира, проспект Губкина, улица Нефтяников, проспект Губкина, улица Магистральная и по Магистральной улице до улицы Калинина, улица Магистральная, 2 микрорайон. Движение будет ограничено с 9 утра до 14.00. С 13.00 до 18.00 движение будет ограничено в центре города, то есть на площади Олимп. Это проспект Мира, проспект Губкина. Жителям и гостям города в канун праздников рекомендуется заранее продумать маршрут движения по другим улицам. Объездные пути для транспорта – улица Набережная и объездная дорога Сургут-Салехард.